Виктор Толоконский сегодня официально уведомил Крайсберком о своем участии в выборах, тем самым став вторым кандидатом, изъявившим желание участвовать в выборах. Напомню, что ранее Толоконский был выдвинут кандидатом от партии «Единая Россия». До этого свои документы подал и Иван Серебряков, представляющий патриотов России. Напомню, что по закону выдвижение должно завершиться в следующий понедельник, 30 июня, а выборы состоятся 14 сентября.